Ученик Александр Шлеменко жестко газанул на Ильяса Якубова, и вот что получилось. Вы как дебоширы встаете, начинаете газовать, какие-то уличные драки эти перерастают. Что вообще тут несешь? Что несешь-то? Я сейчас выйду. Кто хочет со мной разобраться, валлахи, я вот выйду один сам, с любым разберусь. Артем начал с очень красивой комбинации сайд-кика, далее он также комбинировал удары. Но Якубов под конец раунда дал о себе знать ударами с колена. Рофаль начал второй раунд очень хорошо. Ильяс пропускал очень много ударов, под конец боя включился, но это не помогло ему перевести бой в свою пользу. Ильяс, не я судил этот бой. Я выиграл бой. Мы дрались. Я выиграл бой, это ваш боец. Купец, пиздец.